Все, Руслан. Друзья, мы продолжаем вещание самых масштабных спортивных событий в Кыргызстане. Ну и сейчас мы снова находимся в Кыргызстане по Коджунцула. Отметим то, что это 45-й турнир в памяти героя Советского Союза, причем Кулаша Покола. Проводится ежегодно этот турнир, проводится по ходу очень конкурентные поединки, конкурентные сражений. В этот раз, я думаю, это был интересный турнир. Итак, у нас первая пара боксеров запустила 48 килограммов. Это минимальный вес. Это Бекзат Эргешев из Кыргызстана. Красным углом. И его соперник боксеров. Синим. Белоруссии. Это Евгений Кармичук. Ну, давайте посмотрим, получится. Сейчас. Безусловно, будет интересно. Сражение. Которое, я надеюсь, что получится. Очень интересно. Максимально крутым. Также на таким да, это не первые номера. Но тем не менее, я думаю, что в свою очередь мы будем. Закончился первый раунд. Красным углом играет мастер спорта из Кыргызстана Бекзат Эргешев. 2005 года рождения, боксом занимается 5 лет. Еще в районе ведет. Финалист чемпионата Азии по молодежи 2022 года в Иордании. Тренируется Бекзат под руководством Тимира Комарова, Ахназара Кичимаева и мастера спорта Кыргызской республики Тимирлана Осмонова. Данным соревнованием готовил Тимирлан Осмонов. Так, поехали. Самых почетных
престижных в нашей стране. Да, до какого-то момента это так было, но в последние годы немножко, наверное, подрастерялся, но я думаю, что с увлечением большого количества иностранных команд в дальнем зарубежье получит статус нашего тренера. Я помню, я всегда так говорю, что там приехали первые номерации российской сборной Казахстана, Узбекистана, Алжира. Это были действительно первые номера. Это плюс, конечно, еще был предолимпийский. Приехали олимпийские чемпионы, отец Абхазии, Андрей Пакшилы, Григорий Кустышашвили, тоже призер олимпийских игр. Кен Бибосин, который, кстати, Дубай проиграл. Так что этот турнир будет действительно хорошим. В Советском Союзе вообще на этом турнире участие принимали огромное количество топовых боксеров. Костя Дзю, да, не выиграл что-то. Не получилось. Была у него. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта международного класса из города Гродно, Белоруссии, Евгений Кормильчик. 1998 года рождения, боксом. Евгений занимается 10 лет. Еще боям не ведет. Призер чемпионата мира 2021 года в Сербии. Тренируется под руководством тренеров Павлюк и Волчан. Final round. Yeah.
боя кончился. The blue corner.